Всем привет! Сегодня 14 сентября, день выборов, погода шепчет, и мы валим из Москвы в какую-то киноусадьбу. Подробности позже. Мы выехали на середину Арбата. Отлично, паркуемся. Ищем парковку. Вы прибыли к вашей цели. Антон, возьми у нее бумажечку. Страшно. Тут как надо по горам. Надо ехать на горочку. На горочку не ничего, страшно. Ксюша. Слушай, я с тобой по серпантину ездил с левосторонним движением. И уж она не боялась, да? Уж если ты там справилась, то здесь-то, слушай, вообще ерунда. Ой, мамочки. Давай, ты крута. Ты справишься, я знаю. Ничего себе. А прямо можно? Вот я туда и хочу. Хватит серпантина. Мы сейчас находимся, если кому-то интересно, под редакцией, насколько я понимаю, «Эхо Москвы». Да? Как здорово. Так, ребенок спит у нас, между прочим. Мы решили не ехать в такую погоду за город. Приехали на Арбат, сейчас находимся на парковке, как сказал Антон, под редакцией «Эхо Москвы». Я так думаю, а может быть и нет. В общем, она тоже где-то тут. Но мы, честно говоря, не знаем, как к нам идти, потому что ребенок так сладко спит, что даже неизвестно, как его будить. Осталось выяснить, как из этой парковки выходит на улицу. И музеи, и люди. Нам сюда, Денис. А нам не сюда, Денис?
принципе, нас сегодня даже в музей иллюзий не пустили, поэтому мы идем смотреть акулу. В общем, херовый сегодня какой-то день. Никуда мы не поехали. Погода отвратительная, в музей иллюзий мы не попали. Наверное, и с акулами что-то плохое произойдет сегодня.